многие годы. Мне кажется, он действительно хочет, ну, найти свою любовь и создать семью полноценную. Погуливать будет? Нет, если крепко возьмет в руки, погуливать не будет. Но это же от женщины зависит, да? Если скажет, убью, если что, узнает. Это зависит даже не просто от женщины, а от сына первого впечатления. Потому что Сергей – это мужчина, которого можно убить именно первым впечатлением, первым 10 минутами. Я думаю, что анаграмма сегодня поражает женщину свою, как вы ее впечатляете. Подарки какие дарите? Вы самый дорогой подарок какой? Автомобиль. Да ладно. Ты посмотри, класс. Слушай, я так стрепенула. Ну, хороший автомобиль, да? Роза, сначала автомобиль, это здорово, потом какой автомобиль? Да какая разница, уже здорово. Ну, не аккуратно точно. Очень хорошо. Ты мне нравишься, Сандрович. Взаимно, взаимно. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. Невозможно одна из них изменить.